Это бывшая детская площадка. Здесь ребята с улицы Урожайной играли еще год назад. Сейчас с излюбленного пятачка их вытеснила большая помойка. И дети играли на этом месте, но поставили контейнер, вовремя не убирали, и получилась вот такая мусорка. И дети, рискуя жизнью, играют прямо на проезжей части. Это площадка нынешняя, узкая дорога, по которой то и дело несутся машины, сигнал, и дети отходят. Потом опять садятся прямо на проезжую часть. Мы постоянно на дороге играем, потому что там, где мы играли в лавту, там раньше поставили помойку, и теперь мы на дороге играем. Родители за детей боятся, негодуют. Кто-то ратует за ограничение движения на проезжей части. Кто-то считает, что в первую очередь нужно построить детскую площадку. Некоторые требуют убрать мусорный контейнер. Другие, наоборот, добавить еще один. В поселке мы должны жить чисто, но это безобразие надо общими усилиями. Я обращался и в управление по левобережью, они в курсе, куратор обращался, и зам, и начальнику говорил. Ну что сделаешь? Люди не оплачивают. В управлении по левобережью мусор в ближайшее время пообещали убрать, но заметили, что жители поселка сами должны заключать договоры на вывоз. Но они этого не делают. Точнее, половина готова, а вторая нет. В итоге все остается на своих местах. Мусор возле реки, дети на дороге. Евгения Панарина, Виктор Немаев, Новости дня.